Кто последний, что дают? У машин с гуманитарной помощью давка. Этот пригород Дамаска, Эд-Тель, в общем-то, не голодает. Был под контролем оппозиции, подписал договор о примирении. Но за несколько лет войны здесь появился синдром. Шанс один. Дают – бери. Другой район – Аль-Хсейния. Сотрудники Красного полумесяца – это то же самое, что Красный крест, только у мусульман – раздают набор беженца. Матрас, одеяло, средства гигиены. Хотя все эти люди у себя дома начинают жизнь заново после долгих скитаний. Мудар родился не здесь. Его семья 5 лет меняла города, спасалась от войны. Когда мальчик появился на свет, сил бежать уже не было. Примирение стало шансом. Мы долго думали, возвращаться или нет. Мы же не знали, что с нашей квартирой, не знали, сколько продлится этот мир. Но решились все-таки. Приехали. Какие-то вещи с собой привезли. Милостью Аллаха дом не разрушен. Можно жить. Сюда вернулись 60 тысяч человек, но явно не все. Улицы слишком немноголюдны для восточного города. Сонные мужчины в немодных пиджаках. Они не те, кем кажутся. Именно с них 5 лет назад начался внутрисирийский конфликт. Оппозиция. Впервые вместе обсуждают будущее Сирии в российском центре по примирению сторон. И где же сонное спокойствие? Шанс дают – бери. Сразу 30 партий подписывают декрет о мире. Еще неделю назад слово «конституция» просто звучало. Сейчас звучит конкретика. Силовым, военным путем конфликт решить нельзя. И действия России как раз создают условия для политического диалога. Конституция национального примирения должна быть демократической. Спецслужбы не имеют права влиять на бизнес и политику. Те, кто сел за этот стол, представят оппозицию в Женеве. Гарантом мирного процесса просят быть Россию.